Приехал и больше не уедет. Новый арт-объект появился у центра «Авангард» на проспекте Ленина. Троллейбус пробудет здесь весь летний период, а приурочено его появление ко дню города, который состоится 25 мая. Это такое уличное атмосферное пространство, локация, где будут проходить лекции, фильмы не широкоформатные, будут проходить читки, конкурсы именно в самом троллейбусе, такой как арт-объект. Вот. Он будет декорироваться, то есть сейчас он приведен в хороший вид. Этот троллейбус нам МУП ИПТ предоставил его. Для безопасности из старого троллейбуса вынули все механизмы, а потому добирался он до места назначения несколько часов с помощью тягача. Столики из бочек, шкафчики с книгами, бесплатный Wi-Fi. График, когда рогатый будет доступен для посещения, появится чуть позже. Все мероприятия будут проходить бесплатно. А пока этот троллейбус будет отдыхать во дворе ЦКИО, его собратьям в день города придется хорошенько потрудиться. Не покладая колес, до самого вечера по городу будут курсировать бесплатные тематические троллейбусы. В день города в параде на открытии будут участвовать 4 тематических троллейбуса. Читающий город, спортивный, музыкальный и авангард. После открытия, после торжественной части, эти троллейбусы бесплатно будут перевозить пассажиров по двум маршрутам вплоть до 9 вечера. Тематические троллейбусы будут привозить горожан на главные праздничные площадки. Одна из них как раз у центра «Авангард». В основе ее программы – современное искусство. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.